Обладатели этого имени, как правило, очень возбудимы, нервны, эмоционально мобильны. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. У обладателя согласно «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения. В обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Очень часто обладатели этого имени увлекаются философией и любят размышлять о жизни. В отличие от других людей, этим людям нужно гораздо меньше времени на обдумывание. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.